как это будет делаться. Вот здесь везде на партерах будут стоять люди. Вот придет народ, и здесь станет около 60 тысяч человек. Для этого накануне праздника будут выкопаны все газоны, все цветники. Люди здесь отстоят свои 3 дня, а потом мы снова их посадим, и они, и Пузырьков еще будет работать месяц, до середины октября. Это тоже все труд 400 садовых рабочих, огромное количество фонтанных мастеров. Все по-разному и всем миром. Вот, например, в это воскресенье в Петербурге было 47 тысяч человек. Это вот за мои 8 лет работы, это такая первая цифра, огромная. Рекорд. И тем не менее, все равно, даже вот те средства, которые мы получаем от продажи билетов, и билеты у нас не дешевые, все равно этого не хватает, потому что такое хозяйство надо содержать при очень-очень серьезном бюджете. И, наверное, это все понятно. Я слышала такую легенду, что...